Привет всем, это Sabrina из Russian Homestead Girl, и сегодня у нас новый фон. Мы сейчас находимся в Барнауле, в Алтайском крае, потому что мы с родителями собираем документы, чтобы они могли подать документы на РВП. Сегодня мы ехали сюда рано утром, уехали из Новосибирска в 6. И, приехали сюда и, проходили медкомиссию. Сейчас мы ждем результатов. Уже почти вечер здесь. И мы остановились в гостевой дом, и завтра уже можно будет получить последние документы, и потом, надеюсь, сможем подать документы на РВП, на разрешение на временное проживание для них. И это еще один шаг ближе, к тому, чтобы они смогли постоянно здесь жить. Это сегодня уже, как я сказала, сегодня уже почти время ужина. И мы сейчас думаем о чем, о том, чтобы, найти что-то поесть. И, наверное, может быть, я что-то покажу вам. Может быть, мы с вами встретимся уже завтра. Посмотрим. Вот наш гостевой дом, где мы остановились на ночь. Печеньки. Пока мы здесь в Барнауле делаем документы. Это следующий день. И начинается наш долгий день. У нас очень много сделать сегодня. Нужно забрать переводы, медицинские сертификаты и подать документы. Поехали! Сегодня нам нужно забрать переводы и документов, но у нас пара часов до того, как они открываются, и до того, как они будут готовы. Поэтому мы решили, что будем просто посмотреть город здесь в Барнауле. Очень красивый город, и мы здесь были раньше, но никогда не просто посмотрел город. И посмотрим, что найдем.
только что забрали, ну, недавно, забрали переводы документов, и я забыла снимать там. И сейчас мы забираем наши медицинские сертификаты, ну, сертификаты родителей. И, но нельзя снимать внутри, поэтому не буду снимать там. Но вы знаете, что мы делаем. У нас получилось, у нас все медицинские сертификаты. Нам сказали, что на это пройдет 2 дня, но мы все сделали очень-очень быстро, постарались и получили за 1 день, ну, за 2 дня. И значит, что мы успели, и у нас есть все документы, чтобы подать документы сегодня днем. И сейчас мы поехали в МВД. Но сначала у нас есть друг, с которым мы должны встретиться. У него еще документы, которые нам нужны. И, ну, у нас есть время до нашего, ну, приема. Поэтому увидимся скоро. Классно, ребята, мы вот там, МВД, и мы только что были там с родителями, работники там были очень-очень классные, очень помогли, и мы успешно подали документы, они успешно подали документы на РВП, и сейчас нужно только ждать, просто. И мы сейчас почти время ужина, и мы пойдем поесть. Но спасибо, что вы... Спасибо, что вы были с нами, ребята. Было очень классно, что, ну, что вы были с нами. Если вам было интересно, пожалуйста, ставьте лайк вниз, подпишитесь и... Напишите комментарий вниз. До следующего раза, ребята. Пока! Пока!